Сейчас есть повод вернуться к теме политики в отношениях России и Запада. Немецкий журналист Хуберт Зайпель сегодня на фестивале «Красная площадь» представил книгу, написанную на основе многочисленных встреч, бесед и совместных поездок с Владимиром Путиным. Президент России общался с автором, начиная с 2012 года. Книга называется «Путин. Логика власти». И вот один из тезисов Зайпель считает особенно актуальным сегодня. Сейчас мы находимся на этапе, который быстро приближает нас к холодной войне. А у любой страны есть интересы, и мы должны понимать интересы нашего партнера, которые определяются историей этого государства, современным развитием событий и геополитикой. Так вот, для нас было важно понять, какие интересы есть у России и какие интересы есть у Владимира Путина, как у российского президента. Я могу вам напомнить фразу Рональда Рейгана об империи зла. Она пока не стала достоянием истории, и в то же время большинство немцев считает, что Россия и Германия снова должны сблизиться. И мы действительно нуждаемся друг в друге.